Всем привет! Вместе с недавно вышедшим зимним ивентом разработчики наконец-то ввели в игру полноценную систему трейда. Теперь вы сможете обмениваться вещами без риска их потерять. Обменяться вещами можно только на черном рынке в Пуэрто-Дорадо, а чтобы войти туда, вам нужен ключ. Он продается на аукционе за цену от 2000 долларов. Спустившись на черный рынок, откройте дверь купленным ранее ключом и вместе с человеком, с которым вы будете трейдиться, сядьте на эти два стула. Это и есть место для трейда. Черный рынок охраняется большим Джимми. Но забогать его довольно просто. Вот таким вот простым способом можно запутать Биг Джимми, и он не достанет до игрока без ключа. Перейдем к главному. Как только вы оба садитесь на места, появляется окно трейда. Там, где вы должны будете поставить свою вещь. Нажимаете «Accept» и ждете несколько секунд, после чего трейд будет успешно совершен. Менять можно не все вещи, только вещи с аукциона или ивентов и некоторые исчисляемые вещи. Стоит учесть то, что с игроков будет взиматься комиссия, поэтому у вас должны быть с собой деньги. Вот такой вот коротенький, но информативный ролик вышел. В будущем я планирую выпускать видео на более обширные темы. Если вам было полезно это видео, то оцените мои старания лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.